Друзья, ассаламу алейкум. Всех приветствую на своем канале. Сегодня делал вот такой лючок для колодца. Не знаю, кому может зайдет, кому понадобится. В будущем посмотрит. Сейчас я вам покажу. Сделан из камазовского простого диска. Вот такой лючок. Вот такой люк на нем. Сделан вот такой, чтобы спустить мотор, завязать. Мотор можно малыш, да, любой мотор просто привязать. И все. Вот такой. Такой самодельный петли. Вот диск, вот это кольцо. Обувное кольцо. Вот эти уже будут зажимы. И вот эти на замок. Вот так. И вот сюда. Вот сюда цепляется замок. Амп, и все, и никто не может залезть. Вот здесь ручка такая, чтобы дорого открывать. Вот такой, это просто листовый металл. Вот такая петля. Вот здесь немножко он выходит, можно в принципе потянуться, ничего страшного здесь нету. Здесь можно полностью бетоном обставить, вот так бетоном сделать его аккуратно и засыпать. Бывают специально резиновые такие тоже. Но он, этот, притык идет с этим. Он у меня не подходит, так как эта бочка немножко ниже земли. Его будут полностью буду полностью сыпать, чтобы сверху можно было ходить, там машину ставить, да все угодно, да все что угодно можно было делать. Поэтому нужен чуть такой, чуть высокий. Вот почти, да вот, да. Да вот сюда, почти вот вверх на кольце будет засыпываться. И остается только лючок. Надо поднял, спустился. В принципе, все можно сделать. Да, это металл этот. Немножко краска белая. Сейчас его тоже отодру. Покрашу. Быть может. Да и вот так. Друзья, подписываемся на мой канал. Пишем комментарии. Делимся с друзьями в социальных сетях, в мессенджерах. Давайте всем удачи. Всем хорошего дня.